Я готова. Кофе начинали. Каждый мотоциклист должен окружить себя красивыми девушками, что мы и наблюдаем на этом стенде. Добрый день, как настроение? Отлично, добрый день. Расскажите нам о вас. Меня зовут Виктор Докучаев, я представляю здесь на выставке «Мотозима» главную, единственную мотовыставку на юге России. Это мотовыставка «Юнкс», которая будет проходить с 31 марта по 2 апреля 2017 года в городе Краснодар. Ух ты, как здорово! Она будет проходить впервые, либо это уже традиция? Она будет проходить второй раз. То есть, можно сказать, уже зародившаяся традиция. На «Мотозиме» впервые? Нет. Ну, с «Юмаксом» впервые. Скажите, пожалуйста, как вам вообще выставка, как вам уровень? Может быть, вы для себя здесь что-то подчерпнули? Ну, конечно, мы равняемся на выставку, которую делает Дмитрий Хитров. И «Мотозима», «Мотовесна» для нас пример. Уровень потрясающий. Я считаю, что это лучший продукт вот именно в экспонировании сейчас, который можно найти у нас на нашем рынке. Поэтому мы стараемся быть похожими. Ребята, вы запомнили? Все. В 2017 году, 31 марта, 2 апреля, едем в Краснодар и работаем на выставке там. Спасибо вам большое, желаем вам хорошей выставки. Сегодня у нас самый горячий день, сегодня суббота, так что ожидайте очень много посетителей. Хорошего настроения, девушки, вы прекрасны. Спасибо.